Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарна Дайам Гопи Джана Самаюктам Бинда Ванчакалпатарувашаке пасинду бевачо, патитанам павани бхавишнабе бьо намо нама, муканкаро дивачалам пангум ланхетигрим, ядки патам ханганди парамаанандамадам, бриндави тулсиде бхипиави кесвасар. Шнавакти паде деви сатта ваттвай намо нама. Нараяна намаскритта наран чайва нараттамам. Девинг сварасватинг вясам тато жайо мудире. Шанкиртане Кришна катхупадеше. Гаурия патрасья пракасане ча. Садануракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамадакша Джагодварана Дхейям Сада Парибхавагна Вишчатухам Титас Падам Сива Виранчанатам Сараньям Бхитатихам Панатопаль Бхавадипутам Панде Махапурусате Чарна Равиндам Ятпада Паллавана Качанда Мани Чатая Виспуриджи Такимапига Павадушва Дарши Урнану Рагра Сасагра Сара Мурти Сарадиками Кадам Каруш Си Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Аджану ламбита бхужау канака бодато, Сангитаной кабитаро камала ятакша, Вишамбару дижавару жугадхарма пало. Банде ягат прия кару, каруна бхатару, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам. Намами Ганге Тава Паду Панкачам Сура Сурайр Вандито Дипарупам Муктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Топам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Бхарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Баги Саджасва Бадане Лакшмир ясача вакшаси, ясястхиде самбид, твам
Нисингамахам бхаджи. Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Тарабо кинг на дживанти бхаста кинг на шашанти уто, на хаданти на миханти кинг гам пасва апари. Таравах кингна живанти бхаста кингна сасанти уто на хаданти на миханти кингам пасабо апари. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Джагадгуру. Сказал. Бхагавата Севак. Джива всегда, ее изначальная природа — это Бхагавата Севак. То есть джива должна служить Бхагавану. Кто-то задал вопрос, кто жив, а кто мертв? На самом деле, мы мертвы или живы? И Прабхупад отвечает. В действительности, джива является вечным слугой Бхагавана. Бхагавата Сева — его вечная дхарма дживы. Служить Верховному Господу. Показывает, что джива жива. Служение. Служить означает жить. И если какая-то дживатма обладает наклонностью служить Четанавасту, обладает вдохновением, Прабхупад говорит, что это и есть признак жизни. Те, кто совершает Бхагавата-севу, живы. А те, кто отвернулись от Кришны, от Бхагавата-севы, мертвые, мертвые тела, они не живут. Биологи могут сказать, что они живы, но в действительности это не так. Все дживы почти как мертвые тела, то есть потому что они отвернулись от служения Кришне. И Прабхупад говорит, у нас нет никаких других обязанностей, помимо служения Кришне и Крашне. Имеется в виду Бхагавану Шри Кришне и его севакам. Гуру Вайшнавам. Это единственная наша обязанность. Но люди из-за влияния майи могут думать, что у них так много ответственности, так много обязанностей в этом материальном мире, которые необходимо исполнять. Но материальный мир полон бесконечных обязанностей по милости Майи Деви.
Но на самом деле у нас нет никаких иных, никаких других обязанностей, кроме как Кришна и Крашна Севы, служение Бхагавану и его преданным. Прабхупад объясняет, что джива на самом деле является Кришнадасом, и из-за своего беспокойного ума люди неправильно используют свою свободу, которую наделил их Верховный Господь. Они падают все ниже и ниже, теряя свое сознание, свой разум. Кажется, что они живы, но на самом деле они находятся в мертвом состоянии. Они никак не могут доказать, что они живы. Те, кто вовлечены в кармаканду, все они мертвые тела. Они уже мертвы. Поэтому они заняты майя севой. Временной севой, не вечной. Кармаканди хотят заниматься кармакандой. Все они на самом деле мертвые тела, говорит Прабхупад, поэтому они вовлечены в асад, то есть в свою деятельность. Оставаться безразличным к абсолютной истине. Это симптом, это признак смерти мертвого тела. Они, то есть видите, мертвые тела безразличны, не обращают внимания на Пракрита Харикатху. Никакого внимания не обращают. Они не заинтересованы в служении абсолютной истине. Поэтому их и называют мертвыми телами. Потому что они не хотят находиться под контролем Кришны. Они хотят быть, оставаться под контролем Майи. И это еще один из признаков мертвого тела, отсутствие жизни. Мы постоянно заботимся о своем физическом здоровье, а также накоплением материальных вещей, богатств, всего того, что связано с материальным телом и умом. Но Прабхупад говорит, что это не признак атмадхармы. Тот, кто постоянно заботится, переживает о своем здоровье, о своем имуществе, накапливает богатства, которые связаны с телом и умом, это не есть атмадхарма. Те же, кто установились в атмадхарме, они не заняты. Они не обращают внимания на так много внимания на тело и все, что связано с умом и телом, потому что это не есть атмадхарма. Это является признаком устремления к этому, является признаком авидьи, признаком мертвого тела. Только лишь бхакти может даровать нам трансцендентное блаженство.
все остальное, что бы мы ни накапливали, в материальном состоянии мы можем чувствовать, что мы несчастные, потому что счастье... То есть материалисты могут думать о себе, я счастлив или я несчастлив. Оба эти понятия не истинные, не имеют... То есть они не вечны. В прошлом, настоящем и будущем, то есть, смотря с этой платформы, то есть это не доказывает вечного существования, наличия этих переживаний, эмоций. Прабхупад говорит, что бхакти — это единственное, с помощью чего душа может по-настоящему наслаждаться. Все остальное не может принести душе удовлетворение. Материальное наслаждение или материальное отречение. Тот, кто занят этими двумя вещами, одной из этих двух категорий, все это бесполезно, на самом деле, потому что оба эти процесса погрузят вас в океан страданий. Потому что тут нет даже запаха бхакти. Нет настроения служения. Бхакти и мукти — те, кто стремятся к отречению и к наслаждению. Все, кто занят этим, беспокойны. У них нет умиротворения. Только лишь Кришна Бхакта является нишкамой, нишкамами. Они не испытывают недостатка ни в чем. У них есть лишь настроение преданности, и жизнь их полностью посвящена лотосным стопам Садгуру, Вайшнавам и Бхагавану. Итак, нишкама бхакти. По-настоящему жив. Он постоянно преисполнен трансцендентного блаженства и умиротворен. Потому что у него нет нехватки, нет нужды ни в чем. Он ничего не требует от этой жизни, от этого мира. Как история с Пингалой, с проституткой Пингалой. Бхагаван Шри Кришна говорит Удхаве. Однажды Пингала была очень обеспокоена из-за предыдущей сатсанги. Внезапно она вспомнила, подумала, что мое грязное желание, мои грязные желания погрузили меня в страдания, в проблемы. У меня бы не было этих проблем, если бы не эти грязные желания. Герой высочайшего уровня, Бхагаван, если бы я предалась его лотосным стопам и попыталась служить ему, если бы я смогла служить Верховному Господу, тому, кто является Верховным Наслаждающимся, трансцендентному герою, у меня бы не было никаких проблем, никакого огорчения. В конце концов, она решила посвятить свою жизнь служению Кришне. И таким образом она избавилась от проблем и опасности.
Асахи парамадукшам, найрасам парамасукам. If there is any material hope in my life, this can never give satisfaction. Если у меня есть какие-то материальные надежды в жизни, я никогда не достигну удовлетворения. On the contrary, напротив, если я не буду думать о материальной выгоде и потерях, я буду думать лишь о служении, у меня не будет никаких посторонних желаний, в таком случае не будет никакого неудовлетворения. То есть такое расстройство происходит лишь, проблемы появляются лишь тогда, когда мои желания не удовлетворены. So you see, whole jivatma, those are bonded soul, дживатмы, обусловленные души, находятся под влиянием майи. They are under Maya. What is Maya? Что же такое майя? No, у нас нет прямого понимания этих вещей, этого осознания. Только лишь из-за майи мы не можем направить свой взор к Кришне. Из-за майи мы становимся, мы так обеспокоены материальными вещами. Наш Вьясадев Госвами осознал этот момент. По милости Гурудева Нараджи Махараджа, он был сосредоточен на лотосных стопах Бхагавана. В конце концов, он обрел успех, то есть он Шактиверша Аватара. Тем не менее, по милости Гурупада Падмы Нараджи Махараджа, он сосредоточил свой ум на лотосных стопах Верховного Господа. И в Бхагаватам сказано, что внезапно Ясадев Госвами смог увидеть присутствие Господа. А также он смог увидеть майю, которая, склонившись, идет за Бхагаваном. Это описывает Шримад Бхагаватам Махапурана. Апашат Пурушам Пурнам Майанча Тадапастраям. What is speaking? What is written? Бхакти Йогена Манаси Саммаг Пранихитиамали. Апашат Пурушам Пурнам Майанча Тадапастраям. By the help of Бхакти Йога. С помощью Бхакти Йоги. His mind was so pure, so pure. Его ум был, благодаря бхакти-йоге, его ум был очень чистым. Апашат Пурушам Пурнам Майанча Тадапасрайам. When he was, you know, in a very, 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 very pure, clean heart and mind was paid, you know, that time, Vyasadeva could see. Ум и сердце Ясадева были чисты, и в этот момент он смог увидеть Бхагавана. Он увидел сияние Бхагавана вместе. То есть, но сзади Бхагавана находилась майя шакти. Он увидел ее.
Мы знаем философию, знаем, что если у нас есть... Если бы у нас были прямые осознания, мы никогда бы не погружались в материальные наслаждения. Если бы мы понимали, что есть майя, тот, кто по-настоящему разумен, никогда не бежит за материальными наслаждениями. Шримад Бхагаватам Махапуране в первой песне 7 главе сказано: майя. Что же такое майя? Тут приводится определение. Благодаря влиянию майя, все дживатмы, загипнотизированы магией майи. Все дживатмы под гипнозом майи. Майя играет тремя гунами с помощью трех гун материальной природы. Авидья. Майя покрывает джив авидьей и играет ими. То есть имеется в виду, она излечивает их заключением в тюрьме, в материальном мире. Несмотря на то, что дживатмы не обладают связью с майей, никакой связи, ничего общего с майей нет у дживатмы. Джива четан васту. Она обладает абсолютным положением. Тем не менее, она... У нее есть анартхи. То есть, несмотря на то, что у нее нет ничего общего с майей, она находится в связи с ней. Как вы можете помнить, я говорил о том, что майявади думают, что они мукты, освобожденные. Махапрабху говорит, гьяни, сухие, обладают сухим знанием. Они постоянно думают, о, мы мукты, мы освобождены от влияния майи. Но это не так. Они даже больше, чем обычные люди, погружены в майю. То есть, имеется в виду, нет, не совсем так. В их жизни еще больше опасности. Потому что они невежественные. А если невежественные провозглашают себя мудрецами, что произойдет из этого? Поэтому Катха Упанишад предупреждает нас. Бесчисленные дживы. Испытывают проблемы, особенно в форме человеческой жизни. Они не могут
открыть, что есть абсолютная истина, подлинная истина. В Катха-Упанишадах предупреждение дается, что Майявади, гьяни, находятся в океане Авидья. Они думают, что они гьяни, что они знающие. Они покрыты Авидьей, но думают, что они очень знающие ученые, пандиты, которые вышли из-под влияния Майи. То есть такая сложность умонастроения не позволяет совершать харибаджан. То есть те, кто не простосердечный, чье настроение непростое, сложное, они никогда не смогут совершать кришна-баджан. Они вовлечены в лабу, пуджу, пратиштху. И это говорит о том, что вот эта вот сложность, эта двоякость, присущая их сердцу. Если же я не заинтересован в накоплении денег, положении и так далее, если я выражаю почтение всем вам, что, то есть благодаря вам я совершаю баджан, я рассказываю харикатху, благодаря вам. Наша, представитель нашей Гуру Варги, особенно Кришнадас Кавираж Госвами, говорит, я поклоняюсь лотосным стопам тех, кто слушает Чайтанья Чаритамриту. Я молюсь им, я поклоняюсь лотосным стопам всех тех, кто слушает Чайтанья Чаритамриту. Только посмотрите на его настроение. Итак, в Катха-Упанишадах дается замечательная информация, предупреждение. Слепец не может находиться, то есть слепой не может указывать слепому, куда идти. Прохлад Махарадж говорит то же самое. Их обусловленность еще больше, чем у обычных людей. Потому что они один слепец не может руководить другим слепцом, указывая путь, наставляя его, куда идти. Итак, все это вопрос невежества, вопрос майи. Каждый думает о себе как о большом знатоке. Почему же? Так, все погружены в оковы. Все обусловлены, и обусловленность таких людей еще больше, чем обусловленность обычных людей. Под именем Видьи они на самом деле развивают свою авидью. Они больше и больше погружаются в невежество. В Бхагаватам говорится, все дживы, татастха дживы, обусловленные, на самом деле они покрыты майей.
Они не могут освободиться от майя. Я говорил в прошлый раз, что без помощи гуру и вайшнавов невозможно преодолеть майю. Частицы чит никогда не могут выйти из-под контроля майи, потому что они очень слабы. То есть без помощи, без милости чистых гуру и вайшнавов они не могут преодолеть майю. Почему же я вновь и вновь говорю о том, кто такие, повторяют чистые вайшнавы? То есть я могу занимать пост ачарьи, могу быть саньяси, но не иметь сваруп шакти крипы. И в этом случае все бессмысленно, все эти одежды бессмысленны. То есть чистый преданный обладает сваруп шакти вритти. Если у вас нет денег, я попрошу у вас 10 рупий. Как вы сможете мне их дать? Только если у вас есть деньги, вы сможете мне что-то дать. Если же вы нищий, что вы можете дать? И точно так же глупцы по всему миру бегают как слепые. У них нет понимания, никакого понимания, что есть что. Они глупые. Они бегут. Они слепы и бегут за другими слепцами, надеясь, что они освободятся от майи. Но это невозможно. В некоторых случаях мы видим, что обусловленность гуру еще более глубокая, чем обусловленность ученика. Я знаю, что вас могут разозлить эти слова, но я, прикоснувшись к Бхагаватам, могу повторить это. Потому что я говорю правду. Порой обусловленность гуру более глубокая, чем обусловленность ученика. Дживатма, которая действует в форме гуру, она, как говорит Прабхупад, определенно отправится в ад. Но на не один этот гуру пойдет в ад, все его последователи. Наказание их будет. То есть дживатмы, которые сделали неправильный выбор, будут наказаны, но еще больше будет наказан этот гуру. Обманщик. Независимые дживы — вечные возлюбленные слуги Шри Кришны. Вновь и вновь я повторяю эту шлоку, мы постоянно ее говорим, но мы не можем, если мы ее не осознали, нет никакого смысла. Независимая джива, вечный возлюбленный слуга Шри Кришны. Вчера я говорил об этом, что эту шлоку Дживера Сварупа Хоя Кришнера Нитья Дас. Пока Сваруп Шакти Врити не коснется сердца обусловленной души при помощи гуру и вайшнавов, мы то есть бхакти означает действие, служение. It can so happen, but still the title, master and servant, father or son, this kind of relationship we cannot
То есть главное, что отношение, то есть джива, возлюбленная слуга Шри Кришны, вечная слуга. И Шри Кришна очень добр и сострадателен ко всем дживам. Из-за неудачи джив, потому что из-за неудачи они неправильно используют свою свободу, и день за днем приближается к аду. Бхагаван очень умен, как рыбак. Те, кто то есть, если кто-то знает, что тут в этом месте водятся рыбы, много рыб, и они на крючок насаждают какую-то вкусную наживу и забрасывают удочку. В конце концов, рыба чувствует голод и проглатывает эту пищу, а крючок захватывает ее, зацепляет ее. И рыбак вынимает ее из воды. Точно так же Майя предлагает нам столько заманивающих вещей, манящих вещей, раскладывая много разных соблазнов перед нами. Допустим, вы хотите, любите вкусно поесть. Это Майя. Или вы любите хорошую музыку, это тоже Майя. То есть это должен быть киртан, надо слушать киртан, но хорошую музыку вам хочется, это Майя. И Прабхупад никогда не позволял никакие посторонние инструменты использовать в киртане, но в наше время это повсеместно встречается. Так Майя Деви предлагает нам много разных заманчивых вещей. И джива испытывает влечение ко всему этому, попадая в обусловленное состояние. Иногда у них появляется возможность различать, что есть хорошо, что плохо, как в случае с Саджамилой. У него было понимание, что есть хорошо, что плохо, но проблема в том, что его привлечение Майи было слишком сильным, поэтому он был пойман Майей. Таким образом, Майя заманивает нас в свой капкан. Если мы испытываем влечение к тому, что она предлагает нам, Бхагаван Шри Кришна. То есть в действительности все происходит, нисходит от Кришны, и Майя точно так же. Бхагаван вечен, джива также вечна, карма анади вечна, и Майя также вечна. Они бесконечные. Когда дживатма неправильно использует свою свободу, Кришна также готовит замечательный план. Он хочет освободить джив. Кришна в этом материальном мире является для того, чтобы приходит в этот материальный мир для того, чтобы освободить джив. Шри Кришна — океан сострадания. Сердце его плавится, переполненное милостью к дживам.
Только взгляните на эту болезненную ситуацию. То есть, смотря на болезненную ситуацию джив, Кришна сострадает ему, его сердце плавится. В 10 главе, 10 песне сказано, Кришна совершает ачинтья лилы, сладостные лилы, для того, чтобы обусловленные души почувствовали влечение к Нему. Джива не понимает абсолютную истину игр Кришны. Даже если на Дживу проливается больше еще милость, Кришна нисходит в Навадвипа-дхаму в форме гуру. Гурупад Падма очень часто говорил, Джагадананда Пандит говорит, Джагадананда Пандит говорит, в Каликал очень сложно найти подлинного саду. Не каждый, то есть люди не могут понять, кто есть саду. В противном случае, как бы все эти проблемы возникали? Кришна очень милостив. Когда он смотрит на джив, которые не хотят получить его милость. Как вы можете помнить, Махапрабху в Чайтанья Бхагавате повторял вновь и вновь «Гопи, гопи, гопи». И кто-то из студентов, кто-то из его учеников сказал, «Ты зачем ты такое говоришь? Говори Кришна, Кришна, зачем ты говоришь гопи?» Тогда Чайтанья Махапрабху, и то есть его чувства были уникальные. И он побежал за этим учеником, схватив данду. То есть за этим учеником он побежал, схватив данду. А ученики начали говорить, что он хочет побить нас палкой только лишь потому, что мы указали ему на то, что необходимо повторять Кришна, а не гопи. И тогда ученики захотели ответить Нимаю, тоже его побить палкой. В Чайтанья Бхагавате описано это. И когда, как только они решили сделать это, их ученость улетучилась. Как только они оскорбили Бхагавана, как только обусловленная душа оскорбляет Бхагавана, гуру и вайшнава, все, чем они обладают, улетучивается, все благоприятное уходит. В Бхагаватам сказано, когда какая-то обусловленная душа пересекает, то есть неправильно себя ведет по отношению к гуру и вайшнавам, совершая парадху. Допустим, они должны прожить 80 лет, их жизнь уменьшается. То есть они умирают раньше, чем раньше своего срока из-за аппаратов. А также они становятся уродливыми. Их поведение, их настроение, их видение, все становится уродливым.
любая дхарма, то есть любое благочестие, которое было у них, исчезает. Если они обладали хорошей славой, благой славой, положением, все это уходит от них, они лишаются всего. Результаты всего накопленного благочестия уходят от них. Допустим, они получили благословение какой-то родственницы или... Все эти благословения уходят из-за апарадхи. Все благоприятное покинет такую личность, покинет того, кто критикует, тот, кто совершает вайшнава апарадху. Итак, когда они приняли решение побить немая пандита, вся их ученость ушла. Чайтанья Махапрабху был очень милостив. Он сказал: они решили побить меня, хорошо, тогда я приму решение принять саньяс. И когда я в одеждах саньяси предстану перед ними, думаю, они больше не захотят меня бить. Но наоборот, они будут добры ко мне, сострадательны, будут говорить, что Нимай очень замечательный. То есть он... Это была одна из причин, по которой Нимай пандит решил принять саньясу. Джагадананда пандит говорит: в Каликал очень сложно встретить подлинного саду. Бхактивинода Такур говорит: о джентльмен, то есть о досточтимый человек, если ты обищешь все континенты, разные города в поисках подлинного саду, ты не сможешь найти его. Даже если ты найдешь, ты не сможешь понять, подлинный он или нет. Потому что у тебя нет изначального понимания, кто есть саду. Таким образом, ты не сможешь понять. Бхактивинода Такур говорит: то разумный человек, обыскав весь мир, очень сложно встретиться с подлинным саду, с тем, кто постоянно вовлечен. То есть, кто постоянно хочет наделить абсолютным благом джив. Такой саду очень редок. И дживы не готовы понять лилы Кришны. И Кришна говорит: о, они меня не понимают, мои лилы не понимают, они критикуют меня. Тогда я приду перед к ним в форме преданного и приму саньясу. И Кришна пришел, действительно пришел в форме Махапрабху, явился в Навадвипатхаме для того, чтобы пролить милость на джив, который не понимает подлинной истины, не понимает игр Кришны. Махапрабху лично описывает верховный процесс повторения, воспевания имен, качеств и игр Кришны. Все, что связано с Кришной именем, его парикарами и так далее. С
Итак, тут сказано, читание Чайтамриты. Как совершать баджан? О, человек, Кришна-баджан непрост. Но в то же самое время он настолько прост, что я не могу описать его. Итак, Чайтанья Махапрабху указывает то, как совершать баджан, какие ощущения необходимы и должны быть. То есть все это описано также шестью госвами, и также все это описывает Шикшаштакам. Там содержится самбанда бидея прайоджана. Удачливые дживы, которые обретут Кришна прему, какое настроение должно быть у дживы, все это в Шикшаштакам описано Махапрабху. Госвами все описали в своих трудах. И все это также содержится в Шикшаштакам. Как совершать Кришна-баджан? Как полюбить Кришну? Обусловленные души не понимают значимость Кришны. Они думают, ну, все это хорошо. Ну, что мне делать с Кришной? Не надо нас беспокоить. Мы поиграемся в баджан. Как в детстве мы... То есть в детстве была такая игра, закрывают глаза одному участнику, и он пытается отыскать других участников игры. Так все обусловленные души в таком плачевном состоянии, они не понимают, для чего нужен харинам. Они не знают, что с ним делать, с харибаджаном. Для того, чтобы обрести высшее положение в мире, они начинают использовать харинам. То есть для того, чтобы обрести лабха-пуджу пратиштху, они совершают баджан. Мы очень удачливы. Мы увидели Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа, как Шрила Кешава Госвами Махарадж совершает баджан. Все они были постоянно вовлечены в Кришна-баджан. Их настроением было лишь удовлетворение Шри Кришны. Как они могут удовлетворить его? И не имело никакого значения, будут их почитать или нет, кто-то будет их ценить или нет. Они лишь хотели постоянно служить Бхагавану, доставить полное удовлетворение Шри Кришне. Однажды группа служащих пришла в Калькутте к моему Гуру Махараджу в Мат, в гости увидеть Гуру Махараджа. Когда бы они его не видели, он все время писал. Утром, с утра до вечера, до 2 часа, в 3 часа. То есть он целый день писал. Эти люди задали вопрос: «Махарадж, вы пишете, пишете, пишете весь день, всю ночь пишете, но кто читать это будет? Вы так много пишете, что кто будет успевать читать то, что вы пишете?» Махарадж засмеялся. «Я пишу по наставлению Прабхупады. Не потому что люди оценят меня, дадут мне какую-то награду за это. Я никогда не хотел снискать никакого почета.
Я пишу под руководством Шрилы Бхактивинода Тхакура и Прабхупады на разные темы с одним лишь желанием, чтобы я совершал Вани Севу под руководством Прабхупады. Этого для меня достаточно. Я чувствую, что Прабхупад удовлетворен моей деятельностью, потому что он лично дал мне эту ручку. Гурупад Падма постоянно говорил об этом. Прабхупад даровал мне эту ручку, то есть дал мне наставление совершать это в Вани Севу. И с этого момента я делаю это. Даже то есть, я безостановочно совершаю это служение. Даже сейчас, даже в почтенном возрасте, когда Гуру Махарадж уже не мог даже читать, он не мог сидеть, все равно он писал. Я могу показать вам, у меня остались эти... То есть у меня есть то, что он писал. У него руки тряслись, но он все равно писал. Итак, чем больше обусловленная душа избегает милости, убегает от милости Бхагавана, тем больше Бхагаван хочет наделить ее этой милостью. Хочет привести обусловленные души на такой уровень, когда они разовьют свое сознание, осознание Кришны. Итак, мы не можем обвинять абсолютно ни в чем Кришну. Для нас это то есть не в чем нам обвинять Кришну. Кришна постоянно помогает нам в форме Гуру и Вайшнавов. Вы можете вспомнить шлоку, которую я часто повторяю. Адхарма силаща судукхитаща Онугрухаехо чаранти нунам Бутани бхабьяни джанарданасья All the deputed personalities, I mean devotees, messengers of преданные посланцы, посланники Джанарданы путешествуют по миру в поисках тех, кто хотя бы немного заинтересован избавиться, выйти из-под влияния майи. Они хотят помочь этим душам, чтобы те смогли прервать оковы, оборвать оковы майи и начать харибаджан. Прабхупад часто повторял, для того, чтобы помочь развить вечную сварупу дживы, то есть это высочайшего рода милость. Прабхупад объясняет, если вы хотите дать милость дживам, вы, если вы будете цветочки раздавать или кичри, или давать им одежду и одеяло, то есть, что есть подлинная Дживадоя? Это помочь обусловленной душе вернуться к ее потерянному сознанию. Так, чтобы они смогли оборвать свои оборвать оковы майи, чтобы она поняла, что происходит. Это есть высочайшего рода милость. Так Кришна устраивает все. Кришна дает дживе все возможности. То есть джива может находиться на пограничной стадии, а может развиться до высочайшего уровня Махабхавы. Все это она может испытывать.
strong way towards becoming qualified for Krishna's service. Krishna is going to give them facility all the time. So anyway, we have no right to blame. У нас нет права обвинять Кришну, говоря, что он не помогает нам, потому что это абсолютно неправда. Кто-то может задаться вопросом, зачем Кришна вообще создал эту Майю? Он же так могущественен, он может просто победить ее. Но я уже много раз говорил об этом. Кришна не лишает ни дживу свободы. Но Кришна хочет помочь дживе, чтобы она вышла из-под влияния Майи. И Майя в этом отношении очень хороша. В Брахма-самхите дается объяснение Майи. Бхактивинода Такур пишет в своих комментариях. Govinda Madhi Purushanta Mamaya. You are going to pray Dandavada and do a lotus feet of the Я предлагаю поклоны Говинде Адипурушам, изначальной причине всех причин. Творение, человеческая жизнь. Это как тень Йогамайи Шакти. Йогамайя — вечная энергия. Ее тень, это Дургамайя Шакти, помогает Кришне по наставлению его. Она исполняет наставление Кришны. Брама вынужден исполнять свое служение. Шив же также вынужден исполнять свое служение. У них нет другого выхода, другого пути. Они не могут пренебречь наставлениями Бхагавана, поэтому они делают то, что поручено им делать. Капиладжа Махарадж говорит маме. Бог Солнца дает свет, энергию света. Ветер дует в соответствии с наставлениями Верховного Господа. Итак, все, каждый исполняет наставление Верховного Господа. И точно так же Майя Деви исполняет наставление Бхагавана Шри Кришны, она служит Шри Кришне таким образом. Поэтому она, ей стыдно предстать перед Бхагаваном, она сзади, позади предлагает поклоны Бхагавану. И Ясадева Госвами наблюдает эту сцену. Дживы загипнотизированы магией Майи. В действительности каждый вынужден исполнять наставление Кришны. Итак, у нас нет права обвинять Кришну, почему он то, почему он это. Несмотря на то, что иногда мы видим в Шримад Бхагаватам, что порой Риши и Муни молятся Верховному Господу, пожалуйста, удали экран заслону Майи, занавесу Майи. Бхагаван говорит в Гите, нет другого выхода, лишь предаться, предавшиеся Верховному Господу, могут победить Майю. This kind of soul.
Пожалуйста, Прабху, удали эту майю, у нас нет сил сражаться с майей. Бхагаван говорит, даже Шанкар, даже Брахма, они также попадают под влияние, могут попасть под влияние майи, если Господь захочет. Помните историю с Махини Аватара? Верховный Господь говорит, не надо тебе туда смотреть, нет, я хочу посмотреть. Нет, я хочу увидеть все аватары. Пожалуйста, Прабху, покажи мне. Хорошо. Но когда Бхагаван воплотился в форму прекрасной девушки, Шанкар Бхагаван привлекся ей. Он также не устоял перед майей Бхагавана. Понимаете, это очень сложно. Очень сложно. Это почти невозможно. Когда Шанкар был полностью поражен майей, Кришна явился в форме Махини Аватара, и Шанкар был поражен. Что произошло? Почему? О, Прабху, мне очень жаль. Шанкар высочайший среди всех полубогов. Он обладает особым положением, даже возвышеннее, чем Брахма. Шанкар-татва очень сложна. На самом деле, о Шанкар-Бхагаване сказано Мритюнджай, то есть тот, кто бессмертен, смерть не может коснуться его. Когда Бхагаван же сыграл роль прекрасной девушки, Шанкар привлекся, но кто может устоять перед Бхагаваном? Поэтому нам не в чем обвинять Шанкара. То есть то, что произошло, это естественно. Мы должны выражать почтение Шанкару, потому что сам Бхагаван почитает его. О майе сказано, что майя служит Бхагавану. Мы не можем обвинять майю, она просто выполняет свое служение. Майя Шакти исходит из Бхагавана. Кого обвинять? Майя Шакти — это тень Сваруп Шакти Верховного Господа. Мы много раз слышали, что она что изначально Сваруп Шакти исходит из... То есть принимает форму майи, то есть погружает всех джив в майю, в иллюзию. То есть она это трансформация чистой энергии Шакти Господа. Майя — это своего рода инструмент. Бхагаван вручил ей ответственность за это служение. Итак, Господь использует майю как инструмент для того, чтобы очистить обусловленные души и сделать их способными возвыситься. Господь использует майю как инструмент, чтобы очистить обусловленные дживы. Господь хочет, чтобы они возвысились над своим положением. Одна очень важная вещь. Бхактивинода Тхакур молится йога майе. Кулодеви йога майя, морихи пакури, аварам сангбирибе, томи вишшадари,
Сунечи агам беде махима тумар, Си Кришна вимуке дари карау сансар, Си Кришна санмукхо жар бхаггоко ме ой, Таре мукти дия кару, ашока вой, Нишкапате хое мата маху панечао. It's nice kirtan. Это замечательный киртан. Я думаю, что у всех у вас есть книга с киртанами, и вы должны петь этот киртан. Так Бхактивинода Тхакур пишет замечательный киртан, написал замечательный киртан. Пожалуйста, йога майя, удали заслонку, удали занавес с моих глаз, так, чтобы я смог видеть. Постарайтесь понять этот важный момент. Для майи невозможно закрыть Бхагавана, потому что Бхагаван... То есть Бхагаван может находиться за занавесом, но майя не может покрыть Кришну, закрыть Кришну. То есть майя не может покрыть Кришну, она может лишь покрыть глаза обусловленной души. Постарайтесь понять разницу. Майя не может даже предстать перед Кришной. В чем же заключается сиддханта? Майя может покрыть глаза дживы. Это все, что я могу сказать. В наши дни я вижу, что Господь, Бог, то есть солнце, нет, например, нет солнца, облака покрыли, солнце, его не видно. Но если глупцы скажут, что солнце покрыто облаками, то есть разве это правда? Где облака, а где солнце? Куски, то есть части облаков лишь стали в таком положении, пришли в такое положение, что обусловленная душа не может видеть солнце, потому что они перекрыли точку зрения, то есть точку, с которой видно, с которой могла бы джива лицезреть солнце. То есть таким образом майя никак не может покрыть Кришну. Бхагаван сам по своему желанию скрывает себя благодаря йога майи, но маха майя никогда не сможет сделать ничего подобного. То есть облака создают барьер между солнцем и мной, поэтому я не могу его видеть. Но из этого я не могу заявлять, что солнце покрыло, облака покрыли солнце. Господь использует таким образом майю как инструмент для того, чтобы очистить души дживы, для того, чтобы они продвигались, возвышались. О Куладеви Йога Майя, по своей беспричинной милости, пожалуйста, удали этот занавес, этот экран, который не дает мне увидеть Господа. Как говорит Бхактивинода Тхакур, говорит, я слышал из Вед и Упанишад, что вся слава, то есть те, кто отвернулись от Кришны, они наказаны майей. Те же, кто не отвернулись от Кришны, они видят все в положительном свете. Те, кто отвернулись от Кришны, ты наказываешь их
форме материальной самсары. А те, кто хотят служить, ты помогаешь им, так что, в конце концов, они встречаются с Бхагаваном и обретают возможность служить ему. Если они выражают какое-то... То есть, если они ведут себя хорошо, по большой удаче, то есть, если джива ведет себя хорошо, ты забираешь, убираешь этот экран майи, этот занавес майи. Ты освобождаешь дживу, так что дживатма никогда не будет вновь. То есть ты освобождаешь дживатму. И не только это, ты дживатму помещаешь в такое положение, что ей не о чем больше сокрушаться, сожалеть. Она больше ничего не боится, потому что бхакти — это решение всех проблем, высочайшее решение. Если вы обретете бхакти, Ависрити Кришна Падара Виндайор Киноти Авадрани Ча Сантанути Сантанути Санмане Мангал Танути Мане Пропагатинг Аранжинг Мангал and Мангал and Мангал All around Мангал Follow So this way it is written Ависрити Кришна Падара Виндайор When Когда джива не может забыть Кришну, все неблагоприятное покидает ее. И так джива сможет начать подлинное бхакти, неоскверненное бхакти. Воплощение майя шакти. То есть те, кто обессиленные души, которые отвернулись от Господа, сейчас подвергаются лечению майей, исправлению майей. Джива забыла о своем изначальном положении вечного спутника Шри Кришны. Итак, Майя Деви, воплощение Майя Шакти, служанка Шри Кришны, которая наказывает и исправляет, исцеляет болезни обусловленных душ, так что они могут вернуться назад к своему сознанию и начать служение, начать служить.
когда джива, полностью духовная джива, забывает свое изначальное собственное положение как слуги, положение слуги Господа, она совершает серьезное оскорбление, отворачиваясь от Господа, не стремясь служить Ему. И как последствие этого отвращения от Кришны, джива подвергается наказанию. И по милости Гуру и Вайшнава, если она назад возвращается к своему сознанию, Майя Деви освобождает ее. Прежде она представала перед ней как ведьма. Кришнадас Кавираж Госвами пишет: как ведьма, как злой дух, вошедший в наш тело, покрывает нормальное сознание, и ты начинаешь действовать как дух. В материальном мире, материальный мир — это тюрьма для такого рода обусловленных душ, как царь связывает заключенных The king can put into jail, so they are going to make. So Krishna also going to make this kind of jail of with Maya Devi with lucrative offer. Так же как царь помещает преступников в тюрьму, точно так же Кришна делает то же самое. All with lucrative offer, so they're bonded soul. And after that, Krishna going to give them arranging punishment. But you cannot blame Krishna because all jivas they are going to get the result of their. То есть, но Кришна не в чем обвинять, потому что все дживы лишь получают результаты своей кармы. Необходимо, то есть, за свои деяния придется страдать. Никто не разделит ваши страдания. Кришна лишь дает вам результаты вашей деятельности. Итак, напрямую или не напрямую, косвенным образом. В Веданте есть много доказательств. Джива совершает карму. The seed, if you bow there in the ground, giving light and water properly, giving sunlight. Если вы должным образом поливаете, обеспечиваете проникновение солнца, доступ солнца к ростку, он расцветает. Кришна не дает нам вдохновения совершать неправильные дела, нехорошие дела. Разные. То есть низкие люди совершают плохие вещи по вдохновению Майи. Но Майя также является энергией Господа. Джива наделена силой, свободой выбора. Необходимо помнить об этом, нельзя забывать. И также она может предпринимать какие-то действия. Как же мы можем То есть, если нет свободы выбора, как мы можем назвать такой объект четнавасту? Он почти это, то есть, если нет свободы выбора, это то же самое, что неодушевленный предмет.
А джива наделена свободой выбора. Это подтверждают все шастры. Когда милость Шри Кришны и милость чистого преданного проливаются, джива обретает все возможности совершать бхакти. Тогда и только тогда вечная энергия Верховного Господа, Сварупа-шакти, предлагает дживе, то есть дает ей какую-то бхаву, трансцендентные эмоции, и эта бхава ум, речь и тело, обусловленные дживы материально. Когда же джива прилагает усилия применить то, что у нее есть, применить ее силу, ее сознание, в этом материальном мире это порождает лишь материальное знание, материальное отречение. Обусловленные души обладают шакти. Но с помощью этого шакти они не могут продвигаться. Симптом Шуда Бхакти. То есть максимум они могут вырастить какое-то ложное, сухое отречение. Признаком Шуда Бхакти. То есть это не породит Шуда Бхакти. Когда же Сварупа Шакти Верховного Господа нисходит и наделяет дживу могуществом, силой, возможно, чуть-чуть, тем не менее, это очень важно. Это очень важно. Тогда Шуда Бхакти симптомы, признаки Шуда Бхакти проявляются. Джива наделена свободой выбора. Когда по милости Верховного Господа и чистого преданного способности Джива, Джива, то есть обретает возможность совершать бхакти. Embraces the jiva with bhava, transcendental sentiments. This bhava enhances the. Наделена, то есть получает трансцендентные бхавы, эмоции. Это сподвигает ее на продвижение к сварупа-шакти. В настоящее время она обусловленное состояние души материально, то есть ум, слова, речь, тело, обусловленное души материально, материальным. Когда же джива прилагает усилия, чтобы применить их, пользуясь своей свободой выбора, то есть, когда материально, то есть, эти материальные, это породит лишь, приведет к материальному знанию и материальному отречению. Симптомы Шуда Бхакти нельзя будет увидеть на этой стадии.
признаки шадабхакти собственными усилиями нельзя достичь, но когда Господь нисходит и уполномочивает, наделяет силой дживу, даже чуть-чуть, признаки шадабхакти начинают проявляться в сердце такой обусловленной души, показывая процесс, которому необходимо следовать. Нитья Сита Бхава находится в сердце дживы. И не нужно это откуда-то извне привносить. Я хочу ответить на этот вопрос, на вопрос о нитья сиддхах. Нитья сиддха бхава находится в сердце бхатха дживы. Ее невозможно привнести извне. Она не приносится извне. Это не внешняя садхья. Что вы подразумеваете под садханой? Много раз я уже говорил об этом. Что такое садхана? Садхана — это способ принести нитья сиддха бхаву в сердце дживы. Прямо бхакти не возникает в сердце дживы, пока она находится в обусловленном состоянии. Нитья сиддха бхава. Садхана — это нитья сиддха бхава пробуждается в сердце, но она не привносится извне. Према бхакти не проявляется. В сердце дживы, пока она находится в обусловленном состоянии. Нитья сиддха бхава временно в покрытом состоянии находится. И необходимо према бхакти вечно присутствует в нитья сиддхах. В настоящее время если вы хотите в деталях узнать о нитья сиддхах, о том, как проявляется бхакти, hence it is indeed nitya siddha. Yet prema bhakti is not revealed from within the heart. Prema bhakti не проявляется в сердце обусловленной души автоматически без без усилий дживы. Усилия, которые прикладывает джива, чтобы открыть присутствие према бхакти в ее сердце, происходит при помощи ума, тела и речи, то есть она задействует их в садхана бхакти. Мы пытаемся применить их. То есть мы пытаемся совершать садхана бхакти при помощи тела, ума и речи. Нитто сиддхасья бхавасья
prakatyam hidi sadhata. Follow what I say. When we are going to try, by the application of your mind, body, words, everything, we are trying and trying again. Когда мы вновь и вновь прикладываем усилия, совершая садхана бхакти, в сердце дживы открывается, пробуждается бхакти. Несмотря на то, что мы используем материальное тело в служении, тем не менее, если мы будем стараться вновь, вновь и вновь совершать садхана бхакти, мы получим удивительные результаты. Санатана Госвами в Брихат Бхагаватамрите пишет: practicing Krishna Bhakti Sudha Panat Deho Doihiko Brisite. When you are going to forget all your body, mind, когда вы забудете о своем теле, уме и о всем, что связано с этим телом, при помощи трансцендентной харикатхи, это очень хороший признак. Jada Brahmo Brahmo, this sloka from, you know, Bhaktivinoda Thakur, I already told this sloka, you can remember. Okay, I can give final touch. Усилия, которые прикладывает джива для того, чтобы пробудить према-бхакти в своем сердце, то есть это есть садхана-бхакти. То есть бхакти вечно присутствует в сердце дживы, и для того, чтобы открыть ее, пробудить ее, необходим процесс садханы, процесс садхана бхакти. И в течение этого процесса может проявиться during the period of sadhana bhakti, the nitya siddha condition of prema bhakti may appear. Can appear. Prema bhakti может проявиться. By the application of this, you know, of this. При помощи следования должным образом всем правилам и предписаниям садхана бхакти, то есть шуда бхакти может проявиться. Но Бхактивинода Такур говорит, тем не менее, то есть как мы можем сказать нитья сиддхи? Когда дживатма достигнет этого уровня и достигнет трансцендентного мира, но, то есть как можно назвать дживу нитья сиддхой? То есть в материальном состоянии мы не можем понять все эти моменты. Как только према бхакти проявится, тогда и только тогда то есть как в истории с Биламангалом Такуром, который уже рассказывал. При помощи садхана бхакти он By the application of
При помощи совершенных процессов, с помощью садхана-бхакти, бхакти проявляется в сердце. И тогда его вечный статус ситхи открывается. То есть пока этого не было видно, но как только проявляется чистая бхакти, это открывается. Необходимо медитировать, размышлять о том, что я говорю, погружаться в это, и тогда вы сможете понять. Бесконечность минус бесконечность является, равняется бесконечности. Точно так же бесконечность плюс бесконечность равняется бесконечности. Как только према-бхакти постепенно проявляется в сердце, статус нитья-ситхи открывается, становится всем очевидным. Бхактивинода Тхакур говорит об этом, и мы не можем спорить с этим. Сам Бхактивинода Тхакур говорит об этом. Он говорит, не пытайтесь спорить с этим. Отправляйтесь и совершайте баджан под руководством чистых гуру и вайшнавов. Повторяйте харинам, погружаясь в глубокую медитацию. И очень скоро вы сможете почувствовать вечное время, как проявляется статус нитья-ситхи. В настоящее время вы не можете понять этого. В настоящее время я прошу вас, перестаньте спорить, просто отправляйтесь и последуйте наставлению Бхактивинода Тхакура, совершайте баджан. Трансцендентная медитация, чит-медитация, не материальная. Повторяйте харинами, медитируйте на это, и очень скоро с помощью Нитянанды. То есть, если сам Нитянанда показывает нам, мы не можем не верить ему. Нитянанда — это тот, кто вечно преисполнен Ананды. Нитянанда — то есть тот, в ком вечно присутствует Ананда. И все дживы не зашли от Нитянанды. Так много То есть завтра... Вчера я рассказывал о том, как... То есть Бадха, Бадха дживы, Мукта дживы. Все категории вчера мы разбирали. Я лишь хочу напомнить вам шлоку из Брихат Бхагаватамриты, которую прежде я много раз разбирал. Слушай трансцендентную харикатху от всего сердца с полной искренностью. Вы забудете о своем материальном теле, уме и всему, что связано с этим телом, с материей. Though externally you can find there with material body of khiti apatej marudbham five elements of this nature still. То есть это тело также будет состоять из пяти элементов материальных. Тем не менее, апракрита шарир, трансцендентное тело проявится. И прежде я уже много раз говорил о том, что говорит Бхактивинода Тхакур, приводя в Дашаму Татве доказательства. Шад ручи ютаха, тогда Кришна бритва
тежати санакаир майка дасам сарвам вибрано вималараса бхагам сокурути. What is written? Bhaktivinoda Thakur writing? Jada Bhaktivinoda Thakur пишет. Харираса галат вайшнава джанам кадачит сангпашан стадану гамане свад ручи ютаха тада кришна бритва тежати санакаир майка дасам сарупам вибрано вималараса бхагам сокурути. Jada мане when Brahma Brahma in course of traveling, когда, wandering, скитаясь по материальному миру, по благой удаче Дживатма встречается с таким саду, который преисполнен экстатических чувств, премы, чье сердце плавит Харираса. Если Джива встречается с таким саду, если Sandarshan, if you can see, is on your very inner meaning is there. Sankarshan, this word used, because material side darshan cannot unveil. So if slightly you can change your heart by the mercy of the sun, если вы хоть чуть-чуть измените свое сердце при помощи этого саду, вы сможете понять положение этого саду. That's why Sankarshan this word. Other is darshan or parshan we can use, but not using. Если вы будете видеть четко, ясно, все, как оно есть от всего сердца, смотрите с сердца, вы захотите следовать такому саду. Кришна Притва Мири Кришнанам, Харинам Сангитан Прасад, you go on hearing Харикатха Китан, вы начнете совершать преданное служение, которое будете делать все, что каким-то образом связано с Кришной. Если вы будете вновь и вновь практиковать такую деятельность постепенно, вы лишитесь материальной обусловленности. Материальное состояние. И постепенно при помощи апракрита саду, вы, то есть в сердце Дживатмы проявится изначальная сварупа, которая неизменна. Постепенно Дживатма будет наслаждаться очень чистой расой. Джада Брамам Брамам Хари Раса Галат Вайшнава Джанам Джада Брамам Брамам Хари Раса Галат Вайшнава Джанам Кадачит Сангпашам Стадану Гамани Шад Ручи Ютаха Тада Кришна Бритта Тежати Санакаир Майка Дасам Сарупам Вибрано Вимала Раса Бхагам Са Курути Курути Са. Ванча калпатуру сикипасинду бевачапатитананг павана бхавишна бьо намо.